Привет, меня зовут Снежкет, и сегодня будет третий выпуск о моей косметике. Сегодня я вам расскажу о своих румянах и о своих тенях для век. Начнем с румян. У меня их два. Это Mia Morning Soon. Вот такие тени. И под этими тенями есть вот такое зеркало. И кисточка. Вот. Румяна сами розового цвета. Но я не ношу румяна. Следующий это Avon. Вот такие румяна. Здесь их 4 цвета. И 2 таких спонжика. Следующий такой нежно-кофейный, средне-кофейный, и лиловый кофейный и темный шоколад кофейный. Вот такая у меня. И зеркало. И 24 миллилитра True Color Mask Club. Вот. И еще у меня есть вот такой спонжик. Он очень мягкий. Его хорошо налаживает на кожу. И он не слишком царапает. Следующее я вам расскажу о своих тенях. Первые тени там. У них было 3 цвета, но один куда-то упал или разбился. Это фабрика Рассвет. Там по-английски. Цена, вы не поверите, 3 рубля. Да. Вот здесь сам написано. Видно, как рыбка. И здесь было 3 цвета. Но один кто-то пропал. Хорошая такая палеточка. Она очень... Она не осыпается. Качество хорошее, но пропал один цвет. Следующие это вот такие сиреневые тени. Я вам их показываю. Они переливаются желтым и зеленым цветом, сами не сиреневые. Я их не буду открывать, потому что они не осыпаются. Следующее это Color Zen 24 мл. Вот так вот вам будет видно. Нет, так вообще ничего не видно. Вот так вот. Они сами кот. Здесь 2 цвета. Зеленый и вот такой. Вот. Очень хорошая. Очень хорошая палетка. Мне нравится. Не спайцы, мне нравится. Следующий тень это вот такие голубые. Marilyn 3D Holographic. Здесь вот они сами вот такие. Вот. Я вам открою, чтобы сам видно его. Вот что-то у нас открывается. Нет, все-таки нам удалось ее открыть. Вот, вот такой цвет. Голубоватый. И здесь вот такая вот типа рамочка, типа 3D. Да. И еще у меня есть тени Ruby Rose. Здесь такой нежно-зеленый и нежно-розовый цвет. Вот, спонжик как-то пропал. Вот такого цвета. Они совсем не пользованные. Потому что я ими мало пользовалась. Следующий это Ransom. Москва, Париж. Ну вот здесь вот это мой московский. Это парижский цвет. Сейчас я вам открою и покажу цвет. Здесь 2 цвета. Это голубой, а это такой желтовато-кофейный. Сама мне палеточка нравится. Супер. И
это последнее было, что я недавно покупала. На этом выпуск закончен. Впереди будет четвертое видео про мою косметику. И я вам рассказала в этой косметике, что у меня есть тени и пудра. Да. Оставляйте мне свои комментарии тут, подписывайтесь, ставите палец вверх, если вам понравилось мое видео. И да, я вас люблю и удачи вам. Пока.